Вот здесь был магазинчик. Смотрю, уже все закрыли. Я здесь давно не была. И вокруг такой, ну, в смысле, беспорядок. Везде грязь. Да. Мы сюда с собакой приходили. Она меня ждала. Я пока в магазине, она из двери лапами стучалась. Бабушки сторожили дверь, чтобы она не зашла. А я вот сюда вот в магазин приходила за хлебом. Ну, покушать купить. Вот так вот, ребята. Вон еще здание какое-то большое. Разрушено. Да, оказывается, здесь закрыли магазин. Обидно. Здесь, не пойму, песок там или что. Не знаю, пройтись к зданию нет. Что-то страшновато там, как лес. Я и так сейчас шла. Пьяные попадаются. Песок, что ли, красный? Непонятно. На улице так прохладно, как будто скоро осень. Вроде майку одела, джинсовку. На улице июля, а все равно прохладно. Вроде все отцвело. На улице прям прохладненько. Везде дрова, ребят, сейчас вообще лес ужасно рубит, срезает. Вот, ребят, какое-то здание. Не знаю, что здесь было. Туда уже не пойду. Не надо. То привалит еще, не дай бог. Вот вижу тут дорожку. А это там лесопилка, что ли, какая? Совсем там одни доски, дрова. Вот, ребят, еще какая-то вышка стоит, башня. Кто знает, напишите в комментариях, что здесь было. Да, походу, лесопилка какая-то. Здание там, машины стоят. О, какое дерево громадное срубили. Вот, ребята, вышка какая-то, башня. Непонятно, так высоко еще. Вокруг как стена бетонная, что ли, была. Непонятно. А не стена, там как вон подвальчик, что ли. Пойдем дальше. Я прям бегу. Боязно все равно одной ходить, где народу-то нету. По этой, что ли, тропинке или по этой дороге. Давайте на эту тропинку свернем. Стена. Китайская стена. Вот здание какое-то тоже изломано. Походу, здесь что-то было. Раз такое здание громадное. Это да. Ну точно как не дома. Это да, ребят. Кто знает, напишите, пожалуйста. Мне интересно тоже, что здесь было построено. Может, заводик какой-нибудь маленький или еще что. Я сейчас на дорогу выйду. И вот, ребят, еще какое-то здание. Тоже все сломано, переломано. Ну все, я на дорогу выхожу дальше. Поснимаю вам видео.